Военнослужащий российской авиабазы в Канте сбил на автомобиле женщину с ребенком в селе Лебединовка. ДТП произошло 27 августа примерно в полночь. Мужчина двигался на автомобиле Hyundai Tucson и на пешеходном переходе совершил наезд на 42-летнюю женщину с 3-летним сыном. В результате мама скончалась по дороге в больницу, а ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным милиции, проведена экспертиза. У военного в крови не обнаружено наркотических, психотропных веществ и алкоголя. Сам военнослужащий считает, что произошел несчастный случай из-за того, что отвлекся. По данным российской авиабазы, виновник ДТП находится на территории части под охраной. До окончания следствия он отстранен от службы.